замерзают. Сегодня 14 января. Вот посмотрите, как мы усиленно замерзаем, как только можем. То есть вот она зеленая травка, вот она детская площадочка. Плюс 4 на улице. Никаких проблем с электричеством, никаких проблем с отоплением, никаких проблем с освещением по вечерам. На заправках есть бензин всех видов, дизель, этанол. Вот, можете жидким газом заправиться. Все надежды на то, что вам обещает лидер нации Путин. Говорят, что Европа замерзнет без нашего газа, Европа замерзнет без вашего там электричества. Вот все это, конечно, сказки, которые бабка надвое сказала. Вот она, наша зима. Поэтому мы не переживаем. Вот все наши взгляды обращены только на то, чтобы Украина продержалась, Украина выстояла.